когда мы идем по городу, в любом населенном пункте, мы видим вывески, мы видим магазины, мы видим банки, аптеки. И каждое это строение, каждая вывеска сделана с целью взять мое внимание и получить от меня какой-то результат. То есть это такое явление, можно его назвать как охота. Как охота за моим вниманием, где меня хотят использовать и получить от меня выгоду какую-то. И так от каждого человека. И мы идем, по сути, для нас это все естественно, для нас это нормально. То есть это нормально, наша среда, где на нас охотятся, мы к этому привыкли. Где охотятся за нашим вниманием, и мы свое внимание, его как-то, выбираем то, что нам надо. Но подсознательно мы ощущаем, что мы находимся в среде, где нас хотят использовать, от нас хотят что-то получить. И все эффективнее и эффективнее подбирая технологии, которые заходят глубже, обходя какие-то наши способы, иммунитеты защиты этого внимания. Находят эти ниточки, дергают, и мы бессознательно делаем какие-то действия, что-то покупаем, как-то ведем себя непредсказуемо, неожиданно даже для себя в какие-то моменты. Это способы воздействия окружающей среды на нашу психику. Вот. А в основу парка заложена идея того, что и мысль основная того, что человек заботится о природе, природа заботится о человеке. И каждый уголочек, который здесь создавался, он создавался с желанием принести пользу. С желанием не забрать у человека что-то, а подарить ему вдохновение, подарить ему радость, принести пользу. Единственное, что хотелось, только вызвать желание у посетителей парка транслировать эту среду, садить у себя деревья, садить у себя цветы, чтобы их становилось больше, чтобы наша земля становилась краше, уютнее. И чтобы она превращалась в единый такой большой сад мечты, чтобы она вся была укутана заботой наших рук, сердец, нашего внимания, наших мыслей, направленных к тому, чтобы отдавать, дарить, делиться и заботиться. И тогда мы будем везде испытывать это состояние, которое сейчас люди испытывают в парке. Все окружающая среда в итоге превратится в исцеляющее, успокаивающее, наполняющее энергией, добром пространство. В этом и заключается суть названия «Сады мечты». Это мечты о садах, укутывающих планету.